Шквалистый ветер и сильный дождь с градом прошлись по населенным пунктам Алгабекского и Назрановского районов. Городам Мага, Сунжа и Назрань. На кадрах столица республики. Там из-за обильного дождя и града на улицах и проспекте Зязикова вода поднялась на несколько десятков сантиметров. Из-за воды заглохли машины прямо на дороге. При въезде в Магаз произошла авария с участием нескольких автомобилей. На место происшествия выехала машина пожарной службы и ГИБДД. Пожарные гаины, пожарные боги. Пожарные. Машина холодная, чертвала, еще полуголка. Долхиден. Подъем воды на улицах наблюдался и в других муниципалитетах. На кадрах село Сурхахи так выглядели поселок Майский и город Назрань. Гроза усложнила и движение на региональных дорогах. Из-за дождя ухудшилась видимость для автолюбителей. Ограду машина же халкала.